Доброго времени суток! Это видео о том, как строить доход в интернете на основе сотрудничества с компанией Faberlic. Работать можно в любом месте, где есть интернет. График свободный, желательно не менее 3 часов в день. Все официально, доход поступает на ваш счет в банке. Совмещение возможно с учебой, работой или с воспитанием детей, с декретом. Поддержка со стороны компании и наставника, плюс плотное сопровождение до результата. Возможности большого карьерного роста. Доход растет вместе с вашими амбициями. В нашем проекте нет продаж и нет денежных вложений. Откуда же тогда берутся доходы? Доходы идут от товарооборота, а товарооборот в нашем проекте принято делать на личном потреблении. Скажите, когда вы идете в магазин и покупаете там себе чай, стиральный порошок, к примеру, или средства для мытья посуды, может быть, шампунь, зубную пасту и другие необходимые вам в быту продукты, вы считаете, что вы делаете вложение? Конечно же нет. Какие же это вложения? Это вы покупаете себе то, что вам нужно для жизни. Мы делаем то же самое, что и вы, только поменяли свой обычный магазин на интернет-магазин Faberlic. И там покупаем теперь все, что нам нужно. Ни больше, ни меньше. Цены в компании Faberlic зачастую ниже, а качество всегда выше, чем у магазинных аналогов. К тому же мы покупаем себе напрямую со склада со скидкой 20-26%, плюс получаем за это подарки. Мы делаем то же самое, что и вы сейчас, только вам в вашем обычном магазине не платят за то, что вы делаете там покупки, а нам платят. И платят хорошо. Чуть позже я вам приведу пример дохода. Ассортимент же у компании огромный. Это косметика и парфюмерия, мужская и женская. Это детская одежда от 1,5 до 15 лет. Безопасные органические моющие средства для посуды, для ванны и для других уголков вашего дома. Это бесфосфатные стиральные порошки. Это и женское нижнее белье, и чулки, женские гигиенические прокладки, товары для здоровой жизни, чаи, каши, супы, кисели, коктейли, основы для приготовления напитков и йогуртов, продукты функционального питания, детская косметика, средства для ванны и душа для женщин, мужчин и для детей, посуда и многое-многое другое. Поэтому не возникает сомнений, что каждый найдет себе в Faberlic тот продукт, который нужен ему в быту и в жизни. Теперь про доход. Компания платит за товарооборот. Причем компания платит вам не только за ваш личный товарооборот, то есть за те покупки, которые вы делаете сами себе, назовем это личный товарооборот, а еще за товарооборот вашей группы. Мы приглашаем людей. Люди также делают заказы, каждый сам себе, так же, как и вы. А в сумме получается групповой товарооборот. С него компания и платит доход. Каждый человек, конечно же, покупает себе столько, сколько ему нужно. Поэтому сумма личных заказов, то есть сумма маленьких личных товарооборотиков, она разная. Но для примера расчета дохода, чтобы было проще считать, давайте возьмем, что каждый делает заказ на 1000 рублей в месяц. Когда в вашей группе будет 250 человек, товарооборот вашей группы составит 250 тысяч рублей в месяц. С такого товарооборота компания будет платить на группу 57,5 тысяч рублей в месяц. Если вы в России, 19 303 гривны для Украины, 166 506 тенге для Казахстана и 14 141 тысяча белорусских рублей. Мы работаем в 28 странах. Здесь я привела валюты только некоторые из них. Чем больше будет товарооборот вашей группы, тем, соответственно, будет больше доход. Чем больше будут зарабатывать люди в вашей группе, тем больше будете зарабатывать и вы. Поэтому вам выгодно помогать другим людям в вашей группе, а нам выгодно помогать вам. Поэтому мы помогаем не только обучением, сопровождением, но и реально начинаем строить вам вашу группу, пока вы учитесь. Все люди, приглашенные нами после вас, зарегистрированы будут уже в вашу группу. Так что советую не медлить с регистрацией, тем более, что она бесплатная и ни к чему вас не обязывает. Даже если сейчас вам ничего не надо для себя покупать из продукции, все равно регистрируйтесь и начинайте работать. Вас никто не заставляет делать покупки прямо сейчас. А когда у вас что-то будет подходить к концу, покупайте это теперь в Faberlic. В чем же заключается основная работа? Это общение в социальных сетях. Мы даем людям информацию о компании и ее возможностях. В компании есть 4 возможности. Первое – это дисконт, просто покупать для себя продукцию с 20% скидкой.
Вторая возможность – это продажа продукции в офлайне. Третья возможность – это работа в интернете, не связанная с продажами. И четвертая возможность – это подбор индивидуальной программы похудения без диет и вреда для здоровья, которая подбирается на специализированном сайте компании при заполнении анкеты. Люди сами выбирают, что им интересно. Вы регистрируете их в свою группу и даете им информацию, что делать дальше. Все шаблоны писем мы предоставляем. Ничего выдумывать не нужно. Работайте по готовой схеме. Вам будут всегда помогать. Помощь, бесплатное обучение и поддержка гарантированы. В проекте вы будете не один. Вам будут проводить обучающие занятия онлайн. С вами будет работать ваш наставник и еще будет помогать директор. А в чатах для коллег вы сможете общаться, задавать вопросы и обмениваться опытом. И еще повторяюсь, помощь будет не только в обучении, но и в реальном построении вашей группы. Кроме хорошего дохода в Faberlic, вы будете получать еще и подарки, участвовать в различных акциях, распродажах и розыгрышах. Компания любит нас задаривать подарками. Компания, помимо всего прочего, платит декретные. Это бонус материнства и усыновления. 25,5 тысяч рублей за рождение и усыновление первого ребенка и 51 тысяча рублей за второго и последующих детей. Также помимо дохода хорошего, компания выплачивает бонусы за достижение новых званий, начиная от 1000 евро и дальше. Вознаграждает поездками на банкеты директоров, путешествиями в разные страны мира 2 раза в год. Все за счет компании. Поэтому продвигаться по карьерной лестнице Faberlic вдвойне приятнее. Компания работает исключительно в правовом поле. Платит все налоги, пенсионный взнос, вам идет пенсионный стаж, трудовые отчисления оформляются договором с компанией, вознаграждение начисляется согласно акта выполненных работ. Если вы уже имеете работу, получаете зарплату, или вы в декрете получаете пособие по уходу за ребенком, или вы на пенсии получаете пенсию, не переживайте. Вы и дальше будете продолжать их получать, начав работать в Faberlic. Это согласно действующему законодательству. Итак, давайте подытожим. Требования к вам. Возраст от 14 лет. Наличие свободного времени от 3 часов в день. Выход в интернет, обучаемость и желание зарабатывать. Больше никаких навыков не требуется, просто чтобы вы умели печатать на клавиатуре. Какие же у вас будут обязанности? Обучаться. Обучение вы будете получать от наставника. Будете посещать вебинары в режиме онлайн, будут доступны записи вебинаров и видеоинструкции. Второе. Работать в интернете нужно по нашей методике. Все готово к работе, есть текстовые документы, шаблоны, есть разработанная система, которая приносит хорошие результаты. Вы получите все наши знания, наработанные годами, бесплатно. Вам ничего выдумывать будет не нужно. И, конечно же, вы должны пользоваться нашей продукцией. Просто поменять ваш магазин на интернет-магазин Faberlic. Покупайте себе только нужные вещи по мере необходимости. Это совсем не сложно, так как ассортимент у компании огромный и разнообразный. Я уже говорила об этом ранее. Теперь слово за вами. Что вы думаете? Вы в это не верите? Это не ваше? Вы не хотите? У вас нет времени? У вас много дел и без этого? Ну, вы абсолютно правы. Только легче ли вам от этого, от вашей правоты? Скажите, довольны ли вы тем, что имеете сегодня? Что имеет сегодня большинство из нас? Неблагодарная работа от звонка до звонка, кредиты, долги, вечная нехватка денег. От этого происходит большинство ссор в семье. А дети? Дети, когда их воспитывать, если родители вынуждены работать с утра до вечера? Дефицит времени, дефицит внимания, дефицит воспитания. Детей воспитывают детский сад, школа, улица, все кроме вас. Потому что вам некогда. Но пожинать плоды придется именно вам. Жилищная неустроенность. Квартиры либо нет вообще, либо в ней нет ремонта. Ну, либо она очень маленькая. Так проходит жизнь в суете и в итоге нищенская пенсия. Вы считаете, что достойны той жизни, которая у вас сейчас? Вы хотите, чтобы ваши дети жили точно так же, как вы? Вы по-прежнему думаете, что легче сказать своему ребенку: «Мы не можем себе этого позволить», чем начать менять себя и свою жизнь? Уже многие участники проекта «Бизнес онлайн с Faberlic» из России, Украины, Казахстана, Белоруссии зарабатывают благодаря нашему проекту. Они смогли, сможете и вы. Вы и только вы хозяин своей жизни. Задумайтесь, как изменится ваша жизнь через год или 5 лет, если сейчас вы оставите все так, как есть сейчас.
Но представьте, что будет с вами, если вы впустите сейчас эту возможность изменить свою жизнь, стабильность, финансовая независимость, материальное благополучие, уверенность в завтрашнем дне. Для регистрации в проекте свяжитесь с человеком, который дал вам посмотреть это видео.